Всем добрый день! Сегодняшнее видео я хочу посвятить домашним экспресс-маскам для лица. Такие маски способны качественно, быстро, буквально в считанные минуты, преобразить уставшую, увядающую кожу. Я думаю, в арсенале каждой женщины должны быть экспресс-маски для лица, которые станут настоящей скорой помощью перед ответственным мероприятием, торжеством, например, в новогодний вечер, когда катастрофически не хватает времени и нужно все успеть. Зная маленькие секреты и научившись готовить домашние экспресс-маски, вы будете всегда выглядеть ухоженно и чувствовать себя уверенно. Возникает логичный вопрос: в чем секрет таких масок? Почему они действуют моментально? Дело в том, что в состав этих домашних масок входят биологически активные вещества. Они ускоряют обменные процессы и устраняют мелкие дефекты верхнего слоя эпидермиса. А результат будет заметен сразу, через 15 минут, как только вы смоете маску. Разгладятся морщины. Улучшится цвет кожи, выровняется рельеф и текстура, кожа увлажнится, слегка осветлятся пигментные пятна. Преимущество экспресс-масок перед другими домашними средствами в том, что их не нужно делать регулярно. Они занимают минимум времени и не требуют предварительных подготовительных процедур. Противопоказаниями к применению могут быть открытые ранки на коже лица, кровоподтеки, вскрытые прыщи, купероз, чувствительная кожа и аллергия, так как компоненты маски действуют достаточно агрессивно, иначе не было бы моментального эффекта. Поэтому, подбирая для себя рецепт экспресс-маски, важно знать реакцию своего организма на ингредиенты, входящие в состав. Перед нанесением экспресс-маски не нужно делать паровые ванночки. Такие маски затрагивают лишь поверхностный слой эпидермиса, поэтому достаточно умыться теплой водой с пенкой или гелем. Выбирая рецепт экспресс-маски, учитывайте такие моменты, как тип кожи, для которого она предназначена, доступность продуктов, быстроту приготовления и реакцию вашей кожи на компоненты, входящие в состав. Хочу предложить вам два универсальных рецепта, которые подходят для любого типа кожи. Первый рецепт. 5 мелко измельченных грецких орехов можно измельчить в кофемолке. Смешать с 1 столовой ложкой теплого сливочного масла, 1 чайной ложкой жидкого меда и 1 яичным желтком. Второй рецепт. 2 столовых ложки измельченных в кофемолке овсяных хлопьев залить небольшим количеством теплого молока до консистенции густой сметаны. Одновременно с экспресс-маской для лица можно сделать экспресс-маску для кожи вокруг глаз. Для этого используйте предварительно заваренные чайные пакетики. Можно черного чая, но лучше зеленого. Это очень эффективная скорая помощь. Особенно, если охладить пакетики, можно положить их в замораживатель на 5 минут или заварить заранее и держать в холодильнике. Холодные чайные пакетики помогут справиться и с отеками вокруг глаз. Наложив маску, позвольте себе полежать, расслабиться 15 минут. Это положительно скажется на вашей коже. Через 15 минут смойте маску теплой водой и нанесите любимый крем. А если будете выходить на улицу, то лучше нанести защитный крем. И напоследок, не могу об этом не сказать, добавлю ложку дегтя в бочку меда. Волшебное действие экспресс-масок длится около 6 часов. Учтите этот факт. Надеюсь, рекомендации будут вам полезны. А я желаю вам удачи, будьте здоровы, красивы. Подписывайтесь на мой канал YouTube, на мою страничку в Facebook. Заходите на мой женский журнал «Мир Леди», где вы найдете полезную информацию по многим женским вопросам. Ссылки в описании. Вы также можете пройти у меня индивидуальное обучение или получить консультацию в режиме онлайн. Еще раз желаю вам всех благ, здоровья, красоты. Пока.